Продолжаем маршрут. Тренировка. Уже там проехал, пробил маршрут. Давай Францевича пустим. Пусть перед нами едет. Застрянет? Да не, проедет он на блокировке. Догоняй, догоняй, он оторвется сейчас. Он сейчас оторвется. Мы его так не снимем. Уже застрял кто-то там. А, тренировка, вожак застрял. А, оба застряли там, что-то не могут. Давай по встречке. Травиться нашу. По встречке давай пойдем. Вот тут хорошая дорога, смотри, безопасная. И первыми будем на финише. Смотри, что они там вдвоем что-то исполняют. Дельфин набрал скорость и не проехал. Ну и не застрял. Да, травиться надо. Травиться надо. Да не, ну Рубиконы там не проедут, если дельфин буксует. На серьезной иномарке. Леня пойми. Да? Ну Леня, да. Сейчас дельфин там нароет. Ну дельфин аж не для песка. Там, да, он тоже ж не спущенный, нифига. Взрывается. Ну вот Леня. Да. Лянь, 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 там соревнования бегемотов. Франция HD. Сдал. Сдал назад? Как в песне, да? Да, осень, конечно, летняя. Скажи. Вообще уже. А зима понюхает. Дождливо. Либо осень будет дождливо. Думаешь? Да может быть, да. Уже давно зимы давно не было. Да, кстати, может и быть и снег, и мороз. А, вот там он что-то говорил, диагоналки тут. Тренировка. Был здесь только в разведке недавно. 15 минут назад. Подъезжай, подъезжай, подъезжай. Присыпал немного. Глуши. Ходом, ну почти чуть-чуть не хватило, что повис. Ну я блокировки. Крис, потолкни его в бампер. Пенсионерские такие вылазки вот туда. Раньше все было по-другому, на танковой. Танковую засыпали. Засыпали? А что там вообще происходит? Хаос. Я в Пуще в Эдисе уже не был много лет. Мы там не были тоже. Как Хаммервайн запретил туда ездить, так я вот еще пару годиков поездил. А, с гвоздями, смотри, доска. Накидай! Блин, товар кинул. А что? Знаешь, сколько вона коштує? Знаешь, сколько вона коштує? 200 гривен, ёбан. Да. Да.
Ну, они кто-то крыше проехался, бачишь? Ага, хорошие патрули делали. Это в Америке. Францевич, вот ваша горка сегодняшнего дня. Нет. Вот прямо. Там у вас. Туннель сделали. Туннель сделали. Там надо. Все, заскочил. Сейчас дельфин второй. Все, уже разбил. Опа! Вот там, где там Леня здесь яму вымыл. Бачу, как Лео кинули? Нет. Блин, докинуло такого. Да не сильно-то. Маньяк вообще страшный, конечно. Правильно, Крис. Хорошо. Выровнял, да? Сейчас Андрюха еще подровняет. Диагодалочки, блядь, смотри, что творит. Короче, надо идти туда ближе, я понял. Тут нормальное кино. Бачу, иду, дивлюся, черепаха в середине. В колодце? Да. А как в офисе колодец? В самом офисе. А. Я пришел, взял эту штучку. Бля, два часа глядил, куда она делась, серьезно. Значит, вас увидела, испугалась, а шо? Да нет, там видать. Дельфин застрял, шо, идем? Не, туда я не приеду. Да проедете, начинаете. Надо лопату. Смотри, что творит, ёханый бабай, все пропустили. Дельфин лютый просто. Надо лопату, Франция говорит. Дельфин, что там такое? Ты что, в школу оффроуда не ходил или что? Надо руль вправо. Руль вправо надо, говорю. Назад попробуй. Назад и вправо. Вправо крути, 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 крути. Давай, давай, крути, крути. Стой. Все, хорош, не мучай. Сломаю сейчас машина. А стань ему на бампер, Валера. Стань на бампер сзади, стой. Да, стой, положи. То лебедка. На бампер станьте. Еще, давай. Вот так, да. Качаем теперь, вперед едем, дельфин. Вправо, вперед. Нет. Давай назад. Дельфин очкует, говорит, не хочет. Патрол. Сейчас вытащит. Дельфина. Так а как ты так застрял? Прогуливал уроки диагоналки или что? Диагональки. Поехали назад. Давай. Я понял. Плохо. Да. Приехали люди на котлету смотреть. Тут даже те, кто годами не приезжал. Да. Ну хорошо. Хорошо, выздоравливай. Угу. Давай. Заболела Леша на котлете. Чего, что не тянет или что? Что там, Валера, что за проблема, я не могу понять. Смотри, раз. В окно. Да. Не газуй.
Идет, идет нормально. Не идет. Не тянет, сейчас вторую. Вперед не проедет. Сейчас вторую лебедку, подожди. Ты так застрял, что две лебедки надо. У тебя тяжелая машина. Говорил, давай на Запорожец поменяемся. Ты не захотел, так бы и проехал. Я вперед на свои лебедки. Да сейчас он уже Вадима тащим лебедку. Валера, а ты ж в декабре по графику, да, на покатуху должен был приехать? Не выдержал, да? Ломка началась? Так мы все время тут будем теперь делать. А? Ну да, чтобы ты приезжал и это, и мучился, и страдал. Так, вторую зацепили. Что-то у Андрюхи слабая лебедка, смотри, двумя сразу пошло. Диагональка. Отцепляй, Валера! Отцепили. Да, да, правильно. Ну, видно, в школу ходил, но учился плохо. Ёбханый бабай. Все, дубль 2. Дельфин и русалка. Сюжет этой песни. Ты, что ж ты творишь, а? Давай еще раз. И совесть тебя не мучает? Надо вправо. Надо вправо. Давай еще раз. Ну вот и Леня нашелся. Ключи. Да не хватает. Так, опять две лебедки, дельфин. Валера, дельфин набрал такую массу, что... Да вижу. Поэтому он не едет на колесо. Из-за этого, думаешь? Да. Говорит, дельфина уже одна лебедка не тянет. Это сотрудница утром звонит, говорит, Валера, я спустила колесо, она живет на баллоне, а мы работали на куренек. Говорит, у меня спустила колесо. Снизу говорит, только, да? А я до работы доеду. Я говорю, ты дурная, что ли? Говорит, ну, я до метро Берестейская же доехала. Говорит, все машут, сигналят. Нет, доедешь, просто чуть дороже будет, можно... Намного будет. Да. На такси можно ездить месяц. Крис или надо туда выворачивать? Туда, наверное, да? Чтобы на бок. Не знаю, не вижу. Отцепили? Смотрите, что творит. Где они учат ездить? В школе оффроуда. На мотополигоне, нет? Наверное, там, да. Это троллинг. Директор, блин. А где можно записаться до чисто дыхания? До вашей школы. Бач штурмана. Да. Давай, давай, ты редко приезжаешь, тебе надо разминка, штурман.
Куда? Куда сейчас застрянешь опять? Опасно. Не успел отцепить. Или хотел помочь тебе. Едь. А, подожди, веревку подымем. Не согласовано с действием. Давай, едь. А, подожди, там веревка. Ёханы. Спасибо. Угу. Лютый дельфин. Тут обед у нас. Я бы к нему не записался, если честно. Не пошел бы в его школу? Нет? Не знаю. Я просто смотрю, как бы. Мне нравится школа. Да, да. Ага. И болото. Ты же говорил, песок вывезли, дельфин. Иди сюда, на. На, поешь, видно. На, поешь. Можешь сплести? О! Иди трос заплети лучше. На, держи тогда. Вали... Андрюха, иди сюда. Только что не ешь. Валера говорит, поехали в Карпаты зимой. Леня, нету острых. И первый день плел троса безостановочно. Острый, острый. На второй день они научились. Да, на второй день они научились сами плести. Потом порвали железный. Валера это говорит, накрывайте одеялом, говорит, то я знаю сейчас. Да. Покажу, как их железный заплетать. Давай, ну, нож нормальный. Буду голодный сидеть второй день. А ну сейчас проверим, где нормально. А ну не нормально, он сам их робит, ёпта. А ну. Я ще не боюсь, ще не користувався. Що ти Ютуб включив вже? Та такий сам. Та вже затопився. Та ні, це кевларове. Мокре. Кевларове. Покажи, як ти хочеш жити. А второй не будемо. А тут, тут. Де ручка? І скотч-лента треба, так? Де ручка? Здесь. І лента потрібна? Лента, ну, бля. Сколько по сколько? Я пошукаю. А що ти дав мені? Що ти? Він этим не обрежет, ти чого? Конечно, на, вставляем. Я думал, писунчик тебя потребил. Писунчик у меня и так есть. Писунчик у него там пружинка была. Еще, там тон, еще тоньше, да, Валер? Ну похуй, не закрутишь. Поламал ручку. Потому что мне туда надо было. Ну вот, это я говорю, давай я скручу. И за ленты. Да понятно. То есть получается зубы. Да-да. Джипер пошел, ручки неправильные, не джиперские. У тебя что, РБшной нету это, ручки? Это сталь хорошая, блядь. Ему поднять выше вот сюда. Нет, который смотри. Держи, ничего не сматываем, подожди, не спеши. Подожди, мастер-класс не это, мастер-класс, подождите, не матюкайтесь, чтобы люди без мата посмотрели. Особенно дети. Дети, да, дети. Потому что мои дети любят смотреть целую ночь. А ты вот той ночью. Руслан, ну давай. Так, ты держи, блин, они это. Я тебя прошу. На ее машине я тебе покажу зараз. Хороший раскладный. Ножники в сторону чуть дальше отойдите. Ну не, я за свертка. Свертка, ну звісно. Так что делаешь, расскажи, как это что. Надо дюрочку сделать. Где-то отступить сантиметров 30, да? Сантиметров 30 отступить? А где этот с изолентой мальчик? Да жрет изоленту уже, не чувствует сил в руках. Ну, дельфин, конечно, может. Смотри, как его раскорячила жизнь, да? Выложила, конечно. Блин, а ну. Андрюха, стой. А, это доставочка. Это, блин, распаковочка. Хера себе, блин. Это я понимаю, жизнь пошла. Блин. Обед! Обед! С ножами сюда идите обратно. У нас вот эта ракета или как она там, доставка. Ракета. Голова. Валера, это так тебе. И что, вторую? Мотивационный набор. Не, а ты лучше бы отвертку принес. Леня, есть отвертку. Мерзавчика. Леня! Пацаны, а можете пока не трогать, я фото возьму, пожалуйста. Туда посмотрите, вот это и вот это, хорошо? Доброе. Пожалуйста, видите. Так Францевич идет, ты не успеешь. Что, типа шила есть? Джентльменский набор. Давай, давай, может пригодиться. Потому что я ручку поломаю, да. Что-то она хлипкая, у поляков нету нормальных вещей.
Так он с Днепропетровска. Все обрезать придется. Ничего, Валера, не попало в кадр, блин. Леня про нож рассказывал, блин. Выбачаю. Все, можем. Что вот тут? Не набивайте, я уже это самое. Поляну накрыл. Поляну накрыл, говорит. Валера, ну ты помнишь хоть там как делать или нет? Это чья, блядь, крыса, блядь? Это не, это... Блин, у меня упало все спицы. Это Валера его. Это легкий перекус. Видите, пацаны? Это зажимает. Это перекус, бачишь? Еще один. Это их надо, еще раз 10, ты понимаешь? Да? Конечно. А я не могу. Что не можешь? Дырок не делает, просто пушить не могу. Ну как братья так обнялись рядом. Ну да, эти подрался. За ножку тримаю. Да? Держи за. За ножку держи. Собаки палку кинуть не хотите? Говорит, я нет, но если вы кинете, я буду снимать. Блин, тут еда меня лебедят, я держу еду. Дельфин вообще непонятно где ходит. Да. Чекаю, когда рус будет забиваться, а у них вот... Так еда, подожди, бля. Птичкам, бля, колесо в воздухе. Колесо в воздухе, еда в руках, бля. Пусть тебя лежит. Ну, дельфин. Руслан, я давал больше. Здесь было... Дельфин съел. Так, проверка, как заплели трос. Что-то он тянет вперед, едет назад. Рубикон хорошо держит. Дима говорит, что проедет, говорит, заехал неправильно. Сейчас покажешь, как надо. Давай, твой выход. Тонировка залетает, ёханы бабай. Глянь, ты посмотри, что значит. Ёханы бабай. А что тут они творят, смотри, дельфин опять там. Спешачу конфету. Да. Давай в дорогу я возьму ее. Крис уже там застрял. Крис уже там застрял. Не, тут хороший маршрут. Такой, перекусить можно. Смотрите, как уверенно, вроде... Никаких проблем тут не было. Многочасовых тонировка. Блокировка у него задняя стопроцентная, а у дельфина не включается. Потому и есть проблема. Так, Вадим в этом же месте. Вообще ни о чем просто. Да, странно, конечно, это все выглядит. Ну, что есть, то есть. Говорю, странно это все выглядит. Тонировка пролетел, ты пролетел. Блокировки у дельфина не включаются. А без блокировок, конечно, на таких диагональках сложновато. Так он сам себе создал диагональ. Сам создал? Накопал, ты думаешь? Тоже дорога дальше, что-то тут тонировка как-то тяжело ехал. Ага. Понял? Я рано сел или нет? А, вот и асфальт, да? Да. А, тонировка опять новую дорогу делает. Говорит, песка нету. Смотри, смотри, что делает.
тренировка один из немногих, который никогда не переворачивался, ты знаешь? Подъедь можешь? Самый парадокс, такой лифт бешеный. Ага, подъедь ближе можешь. Чего он удержит? Там может быть. Да нет, там что-то еще или все. Нормально? Да, проехал. По следам тонировки, тут как-то справа его клонило. Ты ходом по-жесткому, конечно, сделал это. Блин, реально страшно. Диагональки приличные. Тонировка, кстати, тоже не спущена. Все лентяи, один Леня спустился. Он обратно уже едет. Проедет. Обратно потяжелее, ну. Посмотри, что делает. Ёханы бабай. Там Валера весь седой уже внутри, наверное. Прополз ты, посмотри. Вообще фантастика просто. Как он это сделал? Непонятно. Нива тут проехала, блин? Или смотря какая, да? Как он вышел? А я не знаю. Вообще трудно понять, как он на такой тяжелой большой машине такое исполняет. Сочек чуть-чуть назад попробуем. Все? СОС. Где рация? Я выключил тут. СОС. Они там уже следующие штурмуют препятствия. Крючочек.